Привет. Давайте, давайте, давайте. Пока вы там подсоединяетесь, я уже съем весь творог одна. Спасибо. Спасибо. Так, какую-нибудь подставочку бы. Чайничек возьму. Привет, Киев, привет. Бахар, да как, хорошая девочка, красивая. Молодец, большие ноги. Как мне Бахар, как и всем. Угу, похудела. Угадайте, сколько мой вес? Тот, кто первый правильно напишет, тому вышли. А, нет, я никому ничего не вышли, блин. Если Питер, тогда вышли. Если не Питер, высылать не буду. Питерские играют. Кто первый напишет мой вес? Питер, только Питер. Не, неправильно. Все, так, все, ты выиграл. 58. 58, напиши, пожалуйста, мне ВКонтакте. Хорошо? Первый парень, кто написал, я потом посмотрю трансляцию. Кто первый написал? 58. 45, да, 79. Все. 58, 58. Представляете, насколько похудела? Очень худая стала. Очень. Творог, творог, моя диета. Еще мне, конечно, сейчас привозят GrowFood. Мне, кстати, очень сильно упало зрение. Я еще экономлю батарейку. Нет, я, ну, в смысле, я была в Москве. Ну, все были, наверное, в Москве. Или какой вопрос? Короче, что я там говорила? Груфу мне приходит, но я очень мало из него ем. Я ем, стараюсь только творог кушать и козинчика. И пью кофе. Очень много пью кофе. Это самый растворимый. Вот. Я его даже с собой ношу в рюкзаке. Спасибо большое. С чем творогом? Творог, творог я ем. Сейчас, 5 сек. Творог я ем с сахарозаменителем. Вот с этим. Вот. Иногда добавляю казеин. Казеин, вот то, что мне My Genetic Club дарят мне ежемесячно. Кстати, очень круто. Либо казеин просто делают такой, знаете, как кашица, как творог. Ну, как творог получается, такая мягкая кашка. Ну, не жидкий пью, а вот именно ем. Я люблю жевать, я люблю все жевать. Кофе-то зачем? Оно же давление поднимает. Ну, у меня нет давления, поэтому и пью. Господи, я сегодня ничего не вижу. Очень ждем ролики. Ребятушки мои, блин, вообще материал есть на самом деле? Есть, как я страус меня чуть не клюнул. Ну, вот, с бабочками, с птичками со всякими. Мне, кстати, пеликан, не пеликан, а цапля меня схватила за руку. Представляете, там, в этом парке, в Куала-Лумпуре, когда мы гуляли. Так, адская, наварская, крутая. Спасибо, спасибо, мне приятно, спасибо. Что-то вас так мало сегодня, 42, но все равно хорошо. 42 это тоже что-то. Творог жирный? Нет, 2% жирности это максимально. Вообще обезжиренный ем еще. Привет, сейчас покажу. Давайте, давайте, побольше будет, покажу. Страус надругался. Не знаю, это чего? Шмыгаешь, заболела? Ой, ребят, господи, я тут лежала. У меня кровь из носа идет каждый день. Я лежала с температурой. Я не лежала, я ходила в зал. 38,9. Да. Я приехала из Таиланда, поехала в Новосибирск. В Новосибирске я потусовалась 10 часов в аэропорту. И там простудилась. Но сибирские морозы меня забрали, короче. Вот, приехала в Питер, естественно, климатизация. Тут же заболела. Но ничего страшного, на самом деле. Я уже выздоровела. Единственное, что мои подружаечки заболели тоже. Все, кто меня обнимал близко-близко, все заболели. Обнимал меня много кто. Так что смотрите, держитесь от меня подальше еще несколько дней. Так. Чего, трафа? Что я делаю? Кофе плохой? Не, хороший, мне нравится. Если тебе не нравится, какой кофе я пью, пожалуйста, я, ну, живу на юге, я принимаю кофе в дар, да,
приходи, приноси свой кофе. С меня творог, с тебя кофе. Кровь. Блин, короче, я очень плохо вижу. У меня упало зрение, достаточно сильно упало. И плюс у меня разбит экран. Я так плохо вижу, если я вам не отвечаю, ребята. Я не просто не вижу. Он там зачеточка поднимется повыше. И не успеваю читать, я же еще безграмотная. Вы с Ю? С кого? Так, Дарья, а что ты сказала отправить... А, ВКонтакте напиши мне, что это ты. Но я проверю по имени. Ну вот. Я отправлю тебя... Отправлю тебе спортивный сюрприз из протеина Genetic Club. Если ты в Питере. Если ты не в Питере, то извини, я не знаю. Там я тебе отправлю комплиментов куча, поздравлений на все праздники. Вот. Как могло зрение упасть... Ребяточки мои, солнышки мои лесные, если не употреблять вовремя витаминные комплексы и не следить за своим здоровьем, то падает зрение, плюс физические нагрузки, которые я до сих пор осуществляю. Вот, в общем-то, и так. Так что не надо. А что, ты не из Питера, что ли? Блин, да ну, брось. Если ты из Питера, то я с удовольствием тебе пришлю, ну, спортпит, а чего нет? Я из Москвы. Ну, я спрашивала в Москве, может быть, по-моему, в Москве у нас тоже есть Genetic Club. Да, у нас есть в Москве. Наша фирма растет, большая семья растет. Не кофе, пей витамины. Так, ты очень, ты так, это молодец, конечно, мне нравится, что ты так, это не делай, то не делай. Но нет, спасибо. Я уж разберусь сама, если хочу, чтобы кто-то за мной покомандовал, выйду замуж, в конце концов. Так что буду пить кофе, пил, пила и буду пить. Ну что, друзья, пока вы еще не рассосались и не разбежались, пора вам демонстрировать свою форму, хвастаться. Значит, вешу я, повторюсь еще раз, 58 килограмм, водичку я еще не сливала, жирочек у меня еще есть, попа моя красивая меня покинула, но не переживайте, ребята, она покинула меня ненадолго. Выходила же, так, понятно, так, надо срочно к тебе. Да, я не замужем, я не замужем. И не туда пока не собираюсь. Так, ну что, ребятушки. А где бы получше, чтобы был свет? Сейчас свою риту затяну. Вот, вот, в общем-то, вот такой вот пресс. Очень плохой свет. Очень плохой свет. Ну-ка, сейчас, погодите-ка. Вот, вот он пресс. Тот, кто говорил, что у меня нет талии. Блин, талия есть, сейчас покажу талию. О, я же могу поставить телефон, да? Я же могу поставить его. Ну-ка, сейчас, погодите-ка, пока ничего не пишите. Вот. Значит, товарищи, кто говорил, что нет талии? Вот. Вот она талия. Вот она талия. Вот. Вот она талия-то. Да? Согласитесь? Попа стала очень маленькая. Потому что низ бедра у меня стал преобладать. Квадрицепсы, я бы сейчас сняла штаны, но, к сожалению, вы не мои подружки. Вот. Квадрицепс сушится, уменьшается. Еще раз встану. Вот. Вот она талия. Спинка стала очень глубокой, хорошей, красивой. Я постоянно делаю тяги всякие, ну, вот, на прямых ногах. Пресс, вот, вот он пресс. Когда, кстати, ребят, тот, кто там пишет по поводу талии, когда включаешь мышцы живота, пресс, когда показываешь, то, естественно, талия уходит, потому что ты же напрягаешь брюшную полость. Вот, смотрите. Оп, вот он мой пресс. Вот. И несмотря на то, что свет здесь очень плохой. При этом моя грудь осталась при мне. А, при мне остался мой шикарный огромный нос. Мои жуткие, огромные бицепсы при этом остались. К сожалению, руки не уходят. Руки не уходят. Ты чисто с углями. Так, сколько времени занимаешься? Как ты ВКонтакте? ВКонтакте меня зовут Дарья Наварская. Наварская через две Р. Там такая иконочка. У меня там на лице какая-то маска. А, что значит? Я сейчас, да, я сейчас урезала сложные углеводы. В основном моя вся диета состоит из белка и кофе. Вот такие вот дела, ребятушки. 3-4 года, да. Да, 3-4 года. 4 года где-то, да. Четвертый.
Ой, ребят, если бы на самом деле... А, кстати, сейчас пойду делать снимок ноги. Банку, так банку, ну, все же, что же. У меня нет банки, что ли? Вот она у меня, банки. При этом у меня есть все женские округлости. При этом я могу сказать, что я заметила, что я очень красивая девочка, оказывается. У меня такое количество мужчин в метро обращает внимание. А, может, потому что я стала ехать на метро, ездить. Моя машина сейчас в Москве, но ничего страшного, я не переживаю. Сколько убрала в весе? Да дофига убрала, на самом деле, весила 64, когда уезжала в Таиланд. Так. Наверное, может быть, шарики. Ха, да, кто-то следит за мной, да, шарики. Шарики всегда при мне, и шарики всегда со мной. Они же резиновые, поэтому... Так, добавь меня. Нашел тебя. А ты кто? Ты кто? Это если ты тот мальчик, который написал первый правильный вариант, то я добавлю. А так я в друзья ВКонтакте никого не добавляю, не засираю себе лентами, новостями. А, терпеть не могу смотреть фотографии девочек в ванной, в туалете, там вот такие вот селфи, вот моя жопа, вот мои сиськи. Мужиков не добавляю, потому что, ну, мне это не интересно, мне не нравится. И, в общем-то, я даже спортсменов не добавляю, потому что очень огромное количество людей, и постоянно я промаргиваю, справлю какие-то очень важные сообщения. Поэтому, ребят, если хотите следить за новостями ВКонтакте, просто смотрите новости. Друзей, извините, нет. У тебя 2400. Это практически все, кого я лично знаю или которые, ну, умоляют, чтобы его добавили. Но когда человек пишет, пожалуйста, ну что, я отказывать, что ли, буду? Ну, что ты говоришь? Ну, то и говорю. Вот. И 2400 я те, кого знаю. Не обманываю. Что, почему я не обманываю? Я вообще обманывать-то практически не умею. Ага. Вот. Нет, на самом деле, 2400, либо это тот, кто очень сильно попросился и сказал, что он будет комментарии постоянно хорошие не оставлять. И лайкать мои... Ой! Хорошо, все хорошо. Лайкать мои фотки. Вот. Либо это те, кого знаю. Если ты будешь постоянно писать мне хорошие комментарии, бодрить меня с утра, желать мне приятного аппетита, говорить мне доброе утро, и как ты сильно меня любишь, и будешь делать это ежедневно, то, конечно, я добавлю тебя, друзья, не вопрос. Но как только ты перестанешь это делать, ты сразу же уйдешь из моих списков друзей. Ладно, договорились, все, давай, с тебя каждый день приятности. Все, друзья, я уже с вами забеседовалась, там мне что-то Сергей Викторович спросил у меня, как дела, надо ему написать, что у меня все хорошо. Чего? Где? Короче, битая полностью. Это самая и такая камера плохая, все такой дурацкий вообще. Так. Всем пока. Все любите меня, любите мой пресс, любите меня хотя бы за пресс, любите меня хотя бы за мои красивые, шикарные, ягодичные, за мои несказанно глубокие глаза, огромный нос и удивительно сочные губы. Мам, если ты меня смотришь, как всегда, я тебя очень-очень сильно люблю. Всех. Всех. Всем. Всем пока. Ничего.